OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Названо термін ухвалення рішення про сертифікацію оператора «Північного потоку-2». Його навряд чи ухвалять до кінця червня, розповів глава Федерального мережевого агентства Йохан Хомман, передає видання «Frankfurter Allgemeine Zeitung». За його словами, регулятор досі не отримав усі необхідні документи від компанії. Він наголосив, що необхідні повноцінні дані для розгляду заявки. І хоча була створена дочірня структура в Німеччині, все одно бракує подальших кроків, додав Хомман. Раніше глава МЗС Німеччини Аналена Бербок пригрозила включити «Північний потік-2» до списку санкцій у разі вторгнення Росії в Україну. За її словами, Німеччина прагне в будь-який час до діалогу, але у світлі нинішньої ситуації потрібна жорсткість. Тому що Росія з незрозумілих причин стягнула до кордонів України понад 100 тисяч військових, а також розмістила сили в Білорусі. Додамо, «Північний потік-2», який прокладено дном Балтійського моря, призначений для прямої доставки газу від постачальників до споживачів в Європі. Передбачувана потужність газогону – 55 мільярдів кубометрів газу на рік. Газогін йде в обхід транзитних держав – України, Білорусі та Польщі та інших східноєвропейських і прибалтійських країн через економічні зони на територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини. Будівництво першої нитки «Північного потоку-2» завершилось 4 червня 2021 року, 2 у вересні. Спочатку газогін планувалось добудувати наприкінці 2019 року, але через агресивну поведінку Росії будівництво гальмувалось через санкції з боку Сполучених Штатів. І ми сьогодні, яку тему назвали, «Вінок із бункера». Да, ну, естественно, это предлог, мы всегда с иронией позволяем себе публицистические названия, но это очень символическая история. Очень символическая, с учетом того, что происходит вокруг Кремля и Путина. Вот эта история с возложением, она очень символическая по нескольким причинам. Ну, во-первых, вот, кстати, я уже говорил, у меня тетка, слава богу, жива, она 35-го года, она блокадница, она была маленькой девочкой, провела почти всю блокаду, но потом ее, естественно, вывезли по Ладоге. Она жива, живет в Питере, у пяти углов, все как осталось, ничего не менялось. И она, насколько я понимаю, не смог вот детали уточнить, она тоже, она бодренькая, в Эрмитаже работала, она ходила туда, ждала, чтобы пройти. Это обычная традиция ежегодная, возложить цветы к могилам блокадников. И тогда действительно, говорит, да, все было нахрен перекрыто, никуда не зайди, не пройди. Но она постояла, потопталась. Человек, она старый. Ну и, в общем, ушла. Вот, потому что ей холодно. Ну, все-таки 80, сколько ей уже? 87, что ли? Только возраст приличный, вообще говоря, 35-го года. Вот. Yeah. Двоюродная сестра моего отца. Но самое интересное, что опять речь о войне, опять так сказать, ну, поскольку блокада, все понятно, святое дело. Но он возложил цветы к могиле братской, где якобы у него похоронен брат, ну, братская могила. Похоронен брат, не похоронен, ну, не важно. А цветы унесли. Цветы унесли, значит, охранник СФСО унес эти цветы. Причем я специально узнал у питерцев, действительно ли цветов нет. Потому что это проход к мемориалу большому, где венок он возложил. Значит, от себя лично, от должностного лица. Но по ходу сбоку он вот положил эти цветы, и в кадр попал этот охранник. Сказать, что цветов точно никто не видит, их нет. При том, что, ну, мы понимаем, что сейчас предвоенная такая атмосфера, при том, что она где-то внушает оптимизм, где-то наоборот пугает, но в целом это выглядит как чистая параноидальность, не сказать хуже. Причем в этом есть все, в парадности, в показном характере, что вот смотрите, я вот память о войне, возлагаю цветы блокадникам, а на самом деле унести цветы. Это же вообще страшная какая-то такая, ну и с этической точки зрения, с моральной точки зрения, да и с символической точки зрения вещь ужасная. То есть все как бы немножко на потребу пропаганды, а на самом деле все картонное, все не настоящее. Вот я хотел с тобой начать разговор, Геннадий Владимирович, об этом. Ну вот, насколько это можно все воспринимать, ведь и без того оно же дрейфовало. Сначала была массовка, которую организовывали сотрудники ВСО. Они сидели, то они рыбаки, то кто они там, учителя, кто еще. Сейчас уже даже не заморачивается, вот он один идет, значит, что-то возлагает, что-то делает, значит, никого не пускает, все с забором люди стоят вот так, значит, в решетке голову просунули. И, значит, мало того, что он один, он еще и бутафорский, значит, возлагает цветы, а потом эти цветы уносит.
То есть я бы хотел, чтобы ты вот это нам сказал. Насколько это вообще свидетельствует деградации общей? И как это должны воспринимать люди? И может ли это, ну, я не знаю, как-то менять отношение, что ли, к нему? Или это вообще все по фонарю? Вот как бы ты это охарактеризовал? Да и мне даже сложно как-то найти правильные слова, потому что лицемерие, ханжество, вот эта двуличность, вот это вот... Ну, вообще, как бы все фальшивость чувства, слов, мыслей, поступков. Это она настолько сейчас становится очевидным. Вот все это фальшивое, гнилое, ненастоящее. То мы видим это подтверждение на каждом шагу. Абсолютно на каждом шагу. Включая там, я не знаю, ну, Путин говорит, что должно быть все по закону. Он же прекрасно понимает, что закона нет. Все должно быть как там... Я не вмешиваюсь в судебные инстанции. Судебные инстанции сами решают. Ну, смешно, когда мы знаем, как пишут приговоры сотрудники ФСО, ФСБ и передают потом да. судьям, которые с ошибками их зачитывают. Ну, ты это лучше меня знаешь, поскольку так и происходит. Практиковался, работал в судах, да. И когда вот это кругом одна фальшь, говорят, что мы там за народ, на самом деле народ обкрадывает, обворовывает, грабит, загоняет его в стойло, и на миллиардные капиталы там живут, шикуют, так сказать, там, буквально там, как в этом известном случае с российским купечеством, чтобы посвятить закатившуюся 10-копеечную монету, да, там же облигацию, 100-рублевую облигацию. Да, ну, да. Вот, поэтому, конечно, вот эта вот вся фальшь режима, она в этом эпизоде проявляет. Вот это вот снайперы на этих самых всяких высотных местах. Да. Абсолютно один по зачищенному полю. Я там знаю, что зачищали сугробы. Вот, Марк, меня прости, пожалуйста. Ну, вот ну я... да, Ленинформ публично была, зачищали сугробы. Обрабатывали сугробы. От чего их обрабатывали? Чем их обрабатывали? То есть на них там чихали, кашляли, чтобы нужно, чтобы, не дай бог, хвост прошел, и никакая зараза из сугроба на него не перекинулась. Что можно делать с сугробами на Пискаревском кладбище, как их нужно готовить к проходу вождя. Ну, вот настолько все это выглядит безумным в 21 веке. Я понимаю, что когда там ну, народ падал ниц, там и проезжающие кареты, кто там поднимал голову, ему голову отрубали. Но это все-таки были какие-то там глубокие-глубокие древние века, когда таким образом поддерживалось уважение к царю там, или императору, или еще кому-то. А сейчас, когда главы государств демонстрируют открытость, да, демонстрируют, что они вместе с народом, что они общаются, что они да, просто временно избранные люди, которым доверил народ поуправлять страной на какое-то время, не более того. Мы же знаем сотни президентов, премьеров, которые вернулись, преподают, учатся, вернее, учат кого-то, какие-то лекции читают, общаются, ведут какие-то программы и так далее в мире. И они нормально себя чувствуют, и никто им там на них не охотится, ничего. То есть там в Швеции там руководство правительства страны добирается на работу на велосипед. На велосипедах вице-премьер-министр, я сам видел, мы встречались с женщиной, она вице-премьером была правительство, потом нам говорят, все, ребят, сворачиваемся. Она сейчас сядет на велосипед, поедет на вокзал, сядет на электричку, поедет на съезд правящей партии. Вот. Ну и так далее. Король ходит спокойно по Швеции, да, там хоть и было у него один раз покушение, да. Но тем не менее он продолжает ходить вместе с людьми в кафе, в магазине. Мы видели Меркель в магазине в обычных. Мы видели других руководителей, там Макрона и так далее. И мы видим Путина, который страшно боится своего народа. Под него зачищают сугробы, под него там расчищают дорожки. Ему там, я не знаю, ну еще и цветы забирать. Чего цветы-то забирать? Я никак не могу понять вот это действие. Вот я все могу понять, да? А цветы зачем забрали?